Спасибо вам, что собрались сегодня так рано. Я знаю, вчера был сложный день, мне хотелось бы сказать, что сегодня будет лучше, но этого не будет. Я должен зачитать вам это заявление, но лучше вы прочтете его сами, а я объясню, что за хрень здесь происходит. Всю эту ночь здесь заседал исполнительный комитет. И он принял решение продать большую долю собственности фирмы и несколько ключевых пакетов акций. Загвоздка в том, что фирма считает, что музыка стихла сегодня утром. Нас ждет серьезный переворот на рынке уже в ближайшем будущем. И они верят, что будет лучше, если этот переворот начнется с нас. Как результат, фирма решила ликвидировать основные позиции ценных бумаг, обеспеченных пулом ипотек. Вот ваши пакеты. Вы увидите, что вам предстоит сделать за этот день. Думаю, вам будет несложно оценить влияние этих сделок на отношения с контрагентами и, как результат, на ваши карьеры. Я изложил свои замечания исполнительному комитету, они их учли. Короче говоря, если вы продадите 93% своих активов, в этом случае вы получите 1,4 миллиона выходного бонуса. Если весь отдел продаст 93% пакетов, вы получите еще 1,3 миллиона долларов каждый. Для тех из вас, кто никогда такого не видел, именно так выглядит тотальная распродажа. Я не буду говорить вам, насколько важными будут первые полтора часа. Вы должны цепляться за любой шанс. Дилеры, брокеры, клиенты, ваша мать, если она купит. И без свопов. Мы должны продать все за раз. Очевидно, все происходит не так, как нам хотелось бы, но под нашими ногами разверзлась пропасть. И, похоже, у нас нет выбора. Знаете, это действительно очень-очень трудный период. Если нам это удастся, то нам удастся успешно разрушить свои карьеры. Я не буду обещать, что кого-то из вас, всех или хоть кого-нибудь оставят на этой фирме. Но я могу сказать, что горжусь тем, чего мы добились здесь вместе. Я проработал здесь 35 лет. И могу сказать по собственному опыту, что люди не похвалят то, как мы поступим сейчас, и то, чему вы посвятили часть своих жизней. Но верьте, что в глобальном плане наши навыки не пропали. Мы многого добились. И наши таланты использовались для добрых дел. Вот ваши пакеты за работу.